Что будет 15 числа? Вы поняли, о чем речь, потому что все, я не знаю, в интернет пестрит. Гордон обещал, что 15-го произойдет нечто важное, переломное. Зачем вы это сделали, скажите? Мне задали вопрос, и я ответил на вопрос. Я всегда честно отвечаю на вопрос. Вы меня сейчас спросили, я вам тоже сейчас честно отвечу. Давайте. 15-го, насколько я знаю, 15 марта планируется выход фильма «Беллинкет», расследование «Беллинкет» о вагнеровцах, которые, о спецоперации относительно поимки вагнеровцев, которая спецоперация была бездарно слита российской агентурой Российской Федерации. Единственное, я сейчас впервые озвучу эту информацию, поскольку Беллинкет, насколько мне известно, решил еще опросить некоторых сотрудников Офиса Президента Украины в Киеве, и сейчас это делает, выход фильма может быть перенесен на неделю-две. Но секрета давайте я уже делать не буду. Это фильм, расследование о бездарно проваленной суперспецоперации. Которая проводилась в Украине, правильно? Которая проводилась в Украине спецслужбами Соединенных Штатов, Турции и Украины. Угу. Так провалена была американо... Провалена была из-за предательства внутри украинского руководства. Люди, которые стали предателями, будут названы, насколько я знаю, в этом расследовании. Понятно. Значит, именно поэтому выход фильма «Беллинкет» повлияет на ситуацию в первую очередь внутри Украины, правильно? Не повлияет, он взорвет общество просто.